заплакал, заорал так, что стекла задрожали, звеня. Но в роддом по ошибке дали за год зарплату, и орал Николаев безуспешно 3 дня. А чего же кричал он, кулачками махая, и пытался забраться в теплый мамкин живот? Отчего темной ночью кипенного мая Николаев плевался и не брал сиську в рот? От того, что на небе тоже дали зарплату, и, естественно, звезды сразу ринулись вниз, и, хлебнувши нектару, писарьки-ангелята отписали бедняге ту же самую жизнь. И, отмаявшись скорбно от года до года, инвалид Николаев, отошедший во сне, вылез маленьким сыном все того же народа, в том же самом роддоме, в той же самой стране. Потому что на проспекте Свердлова в коммунальном шаломане на 12 персон батя пил за сынка, а сосед дядя Вова мастерил ползунки из армейских кальсон. Николаев синяя хрипел, потому как знал, что будет потом. Через год, через 5, что основой основ будет смертная мука, будет рваться пупок и срастаться опять, и промчаться года. Глазом кошки настенной станет снова просторен отцовский пиджак, и взглянув за окно, как-то в маяке пенном он опять не поймет, что опять все не так. И в бессонных ночах всеми напрочь забытый, вспоминая слова, что не знал никогда, будет тихо молить потолочные плиты, чтобы остаться во сне и уйти без следа. После тяжкой работы завершает звезда свой последний полет. Ночь темна за окном, но не спится чего-то. Где-то плачет малыш третью ночь напролет.